Добрий день, шановні. Вітаю вас у програмі «Час університету на сьомому». Сьогодні наш гість – ректор Одеського національного університету імені Мечникова, доктор політичних наук, професор Ігор Коваль. Ігорю Миколайовичу, ми розпочинаємо з вами ось такої кричащої теми – коронавірус. Це не тільки медична проблема, але й політична. І ось до вас як до політолога. Скільки тут політики, скільки медицини і всього іншого? Дійсно, в общем-то, к сожалению, человечество не раз переживало очень серьезные эпидемии, пандемии. Мы знаем из исторических источников о совершенно опустошительных эпидемиях, скажем, чумы в Европе, в Средневековье, когда, по некоторым статистическим данным, до 2/3 населения Европы вообще исчезло, погибло. Ну, из катастроф такого глобального характера, конечно, это была эпидемия так называемой испанки. Это конец второго десятилетия 20 века, по ходу Первой мировой войны, когда, по оценкам, умерло до 10 миллионов человек по всему миру и прежде всего в Европе. Это колоссальные потери, сопоставимые с потерями, ну, в Первой и Второй мировой войнах. А последние эпидемии, которые мы знаем и которые на слуху, так сказать, вот, типа эпидемии Эбола, вакцины, против которой до сих пор по существу тоже не найдено, сотрясали, так сказать, 5, 6, 10 лет тому назад тоже мир. Но в чем особенность? Особенность вот этих эпидемий последних лет в том, что они были сосредоточены в относительно малонаселенных пунктах. И с логистической точки зрения, с точки зрения передвижения ресурсов, капиталов и людей в районах, которые были относительно изолированы от главных мировых центров. Это страны Черной Африки в основном, в районе Сахары, экватора с очень тяжелым климатом. И в основном пострадало местное население. Там не было таких логистических цепочек, которые выводили бы население, или товары практически никакие там не производились. Поэтому относительно локальный характер имела эта эпидемия, они были локализованы. Здесь же, ну, вся геополитическая, так сказать, и санитарно-эпидемиологическая одновременно фишка состоит в том, что эта эпидемия поразила в первую очередь Китай, и оттуда она пошла. Китай сегодня одна из ключевых экономик мира, вторая по сути. Колоссальное количество товаров и сопутствующих, так сказать, товаров производится в Китае. Логистические цепочки связаны и в нашем глобальном мире абсолютно повсюду распространяются оттуда. И, конечно, остановка или приостановка на какое-то время экономики Китая имеет чрезвычайно огромное значение. Я не буду, естественно, касаться санитарных, эпидемиологических и медицинских аспектов. Это вопрос к, так сказать, людям компетентным в этой сфере. Хотя очень любопытные вещи. По статистике уже видно, что огромное количество людей, большая часть, там более 80 чем-то процентов пораженных, это люди в возрасте 70+. Очень мало, к счастью, поражает этот вирус людей с молодого возраста и детей. Буквально единицы по всему миру. В отношении вакцины, ну, по мнению специалистов серьезных, ранее чем через год-полтора ожидать серьезной вакцины не приходится. То есть, видимо, будут какие-то паллиативные меры. Но я возвращаюсь к геополитическим последствиям. Я думаю, что, в принципе, вот это нарушение поставок, которые сейчас происходят, нарушение так называемых логистических цепочек бизнеса, при том, что мир в значительной степени ориентирован на китайский импорт. И, безусловно, это может привести к очень серьезным сбоям в развитии мировой экономики. И вы понимаете, сегодня Китай – это 20% мирового ВВП.
Еще там чуть более 20% это Соединенные Штаты Америки. Это две ключевых экономики мира сегодня, очень сильно взаимосвязанные. Мы уже будем ощущать, и это говорят даже наши бизнесмены не только высокого уровня, но и уровня, так сказать, среднего бизнеса, что из-за недополучения поставок из Китая сегодня срываются планы продаж. Далее, безусловно, это приостановка мощностей развития китайской промышленности приводит к понижению спроса на нефть и газ. И резко идут вниз цены, мировые цены на нефть и газ. Это может спровоцировать и, так сказать, и финансовый кризис, поскольку вообще мировая экономика сейчас ходит на грани. И доклады Международного валютного фонда не очень оптимистичны, откровенно говоря. И Кристин Лагард, и ее последовательница на этом посту заявляют о таком предкризисном состоянии. Но это связано прежде всего с тем, что выпущена огромная масса денег, которые не подтверждаются, так сказать, внутренним валовым продуктом мира. Ну, очень коротко, буквально две цифры. Сегодня примерно мировой ВВП оценивается в 70-75 триллионов долларов. А бумажек, которые мы называем деньгами, выпущено около 300 триллионов. То есть сегодня денежная масса не подкреплена реальным товарами, которые существуют. Ну, здесь, конечно, можно делать скидку на то, что, в общем-то, значительная часть — это не только производство, но это производство промышленное, но это производство услуг информационных, там, туристических и так далее. Ну и, может быть, так сказать, завершая вот эту часть разговора, я хочу обратить внимание, что сейчас, как это ни парадоксально, но определенные, ну не то чтобы преимущество, но большую стабильность могут иметь экономики внутренне ориентированные на внутреннего потребителя в большей степени, чем на внешнего. Вот Китай, несомненно, пострадает, потому что Китай очень много вывозит своих товаров, очень много производит на своей территории товаров, которые идут за рубеж, да, как комплектующие для всех, от аэрокосмической промышленности до элементарных там расчесок, пуговиц и так далее. А вот внутренне ориентированный, и здесь у нас может быть, вот в частности в Украине, определенный элемент стабильности, потому что, скажем, наше сельскохозяйственное производство в значительной степени внутренне ориентировано. Конечно, на экспорт тоже работает, но пострадать может в большей степени металлургическая промышленность, потому что вывоз, опять-таки, ориентирован на Китай, на экспорт. Ну, страдает, безусловно, туризм в мировом масштабе, туристические отрасли. Страдает авиационный транспорт. Вот я недавно читал, буквально несколько дней назад, прогноз Всемирной организации гражданской авиации, которая говорит, что за полгода потери авиатранспорта могут составить до 27 миллиардов долларов. Ну и последнее, конечно, хотя на самом деле это первое, это очень важно, и мы должны все следить, вот просто граждане, следить за тем, насколько мобилизованным может быть наша внутренняя организация и правительственные органы, органы местного самоуправления, насколько мы готовы к тому, чтобы все-таки минимизировать потери. Сегодня теоретически возможные потери. Сегодня уже более 50 государств мира имеют на своей территории вирусозараженных людей. Вряд ли нам удастся избежать этого, но важно, чтобы внутренние резервы страны были готовы к этому. К сожалению, те моменты, которые мы улавливаем из сообщений прессы, из того, что мы видим и слышим, не вселяет большого оптимизма. Ну и, конечно, всегда в этих ситуациях есть моральная сторона. И не только новые Санжары нас поразили вот степенью убогости мышления и действия некоторых людей. И не только в Новых Санжарах, но и в других частях нашей страны, увы. Но мы видим... Це недовіра до влади, по першу чергу. Ви знаєте, безусловно. Залишили людей сам на сам з ситуацією. Безусловно. Хоча здесь, мені кажется, є ще й більш глибинні корні. Ми все-таки повинні постійно заглядувати самі себе в душу. Потому что мы видим эти проявления не только у нас, мы видим проявления уже ксенофобии
в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, когда просто в метро нападают на женщину внешности, азиатской внешности. Это, конечно, такие паничные настрои. Это проявляются самые худшие, так сказать, черты, которые заложены в человеческом естестве, и с которыми мы должны бороться и мобилизовывать сами себя. До цих подій розпочалася торгівельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм. Це на руку Сполученим Штатам ось така ситуація? Ви знаєте, діло в тому, що взагалі сучасний світ заставляє перевернути або переворачувати всі представлення о том, що хорошо для одного, що плохо для другого. І сама по себе ця війна, вже вона була необычною війною. Це не торгові війни, скажімо, американців з японцями в 60-ті роки. Совершенно другой. Мир настолько в экономике в особенности, да и в любых других сферах жизнедеятельности человека, настолько стал глобальным, настолько взаимосвязанным, что действуя по старинке, по инерции, американцы, в данном случае президент, его офис, запуская вот эти войны, они уже начали понимать, что это бьет не только по китайцам, что это может в оборотку прийти и к ним. Поэтому начались попытки договариваться как-то. И, вы понимаете, есть такие народы, есть такие люди, прежде всего, которые думают, что как бы мне ни было плохо, главное, чтобы соседу было хуже. Это не тот случай. Потому что если, извините за такое неакадемическое выражение, завалится вторая экономика мира с 20% ВВП мира, внутренним валовым продуктом, всего того, что производится в мире, это с неизбежностью потянет за собой всю цепочку. Это неизбежно приведет к падению производства, это приведет к сбою на рынках углеводородов, то есть нефти и газа. Это, несомненно, замкнется и на финансовую сферу. Да. Поэтому вот мы должны понять во всех отношениях, что мы действительно все живем в одной вот такой большой глобальной деревне или в одной большой глобальной лодке. И если какой-то ее борт начинает наклоняться, то это не значит, что только могут погибнуть или пострадать те, кто на этом борту. Пострадают все. І ті, хто на кормі, ті, хто на носу, і ті, хто на другому. Тобто наш такий висновок невеличкий, що вірус – це вихователь людяності. Так, да, хоча і дуже дорогою ціною. Угу. Ігорю Миколаївичу, декілька слів про Сполучені Штати Америки. Ми з вами давно вже не торкалися цієї теми. І залишилися на тому етапі, коли імпічмент повинен бути там у самому розгарі, да? Але вже ситуація змінилася, а підготовка до майбутніх виборів триває. Декілька слів про ситуацію в Сполучених Штатах. Імпічмент вже пройшов, о ньому вже стали даже, так сказати, немножко забувати. Він показав дуже низьку степень моральності американської внутріполітичної житті. Он показал, что не только страны третьего мира или страны с слабыми элементами демократии, но и одна из передовых вроде бы в демократическом отношении стран подвержена, к сожалению, вот такой, знаете, дегенеризации политической жизни. Потому что, по сути, во время этих дебатов речь не шла о каких-то существенных вроде бы моментах, которые должны быть сущностными. Все разделились просто по принципу «свой-чужой». И аргументы не действовали. Это очень плохой сигнал для демократии в Соединенных Штатах Америки и в мире в целом. Мы как бы знаем, отчасти, к сожалению, привыкли это, наблюдая в нашей стране, когда аргументы, факты, доказательства, дискуссия не работает, когда просто главное сказать, ты за красных или за белых, извините за такой примитивный подход. Так и здесь. Но борьба, конечно, разворачивается нешуточная. И главное сегодня нерв этой борьбы сосредоточен прежде всего в стане демократической партии. Прежде всего потому, что сразу же было около 20 претендентов на выдвижение кандидатом от демократической партии. Сегодня их круг сузился. Но проблема состоит в том, что несмотря на то, что с точки зрения политической не так много времени осталось до выборов, потому что уже в августе должен пройти национальный конвент, ситуация
Очень запутанная. Но если говорить в национальном масштабе, то с одной стороны консерватор-популист, такой как Трамп. С другой стороны, на первые позиции у демократов выходит революционер-социалист Сандерс. Конечно, срединная часть или средняя часть, умеренная часть, она есть и в правом лагере, и в лагере демократов, и в лагере либералов, и в лагере консерваторов. Конечно, начинает задумываться очень серьезно. Многие не очень рады были бы тому, чтобы Трамп переизбрался на второй срок. Но по сравнению с идеями социалиста, как он сам себя называет, демократический социалист Сандерс, это выглядит еще более тревожно для основной части истеблишмента американского, который очень существенную роль играет. К сожалению, абсолютно в политическом смысле сдулся Байден, который считался одним из лидеров гонки до начала праймерис. И совершенно очевидно, что все-таки те атаки, которые лагерь Трампа предпринял, а эти атаки были связаны с тем, что они прекрасно понимали, что Байден может быть главным, так сказать, соперником. И, я уже старый этот одесский анекдот вспоминал, что вроде бы никаких, реальных обвинений в адрес Байдена и его даже сына не выдвинуто, и они не под следствием находятся. Но, как говорится, осадок остался. И, безусловно, инерция в общественном мнении работает, и Байден не может найти какую-то оригинальную идею, которая бы его продвигала вперед. Сандерс выдвигает полуфантастические идеи о всеобщем бесплатном образовании в Соединенных Штатах, о всеобщем бесплатном медицинском обслуживании. Когда ему говорят о том, что там это будет стоить 60-70 триллионов, вот мы только говорили, да, это весь ВВП мира, потратить нужно будет на эти реформы, где взять эти деньги. Он, не удосуживается это подробно объяснять. Эти деньги можно взять, обложив налогом крупные капиталы, сверхкапиталы и так далее. Выглядит это все на самом деле не очень серьезно, но это тоже левый популизм. Людям нравится, когда вот такие вещи говорят. К чему это может привести, на самом деле, сложно. У демократов сейчас выдвигается на первой роли Блумберг. Фигура с точки зрения... Понимаете, чем, мне кажется, он был бы полезен для американского общества. Блумберг — это кризисный менеджер высочайшего уровня, топ-уровня. Потому что он создал действительно реально, в отличие от Трампа, очень серьезную бизнес-империю. Он создал уникальную, сориентированную прежде всего на экономические, параметры медиа-империю, Bloomberg TV и электронные средства информации. И он на протяжении более чем 10 лет был мэром Нью-Йорка. Нью-Йорк, который, в общем-то, уникальный город, но он был уникален и многими негативными моментами. Надо признать, что в свое время Джулиани начал, который сейчас, вообще не вполне адекватным выглядит, но когда он был в свое время мэром Нью-Йорка, он очень много полезного сделал для этого города. И вот Блумберг, второй такой мэр, пожалуй, после окончания Второй мировой войны, это две таких мощных фигуры было. Еще был Куомо, три, может быть. Блумберг очень много сделал для этого города, именно как кризисный менеджер. У него уникальные способности. Але у порівнянні з Трампом він ось такий непомітний якийсь. Він дуже відчуває себе так дуже сковано на телебаченні. Трамп – це тип такого, знаєте, Жириновського, звісно, гораздо більш продвинутий. Это тип нашего еще ниже стоящего Ляшко. Это вот люди, которые, такой определенной харизмой, конечно, обладают, у которых нет, своих стопов, и они могут говорить все, что угодно, не обращая внимания на полемику. Это тип человека. Угу. Против Блумберга, конечно, работает все-таки парадоксально его то, что он реальный миллиардер, и это для многих либералов в демократической партии не очень приемлемо.
Но я уже говорил о том, что мне кажется, что если, так сказать, догадаются наши коллеги-политтехнологи в Америке, очень интересная была бы пара, если бы Блумберг сейчас привлек на вторую роль и уже заранее бы сказал, и действовали бы они вместе с Мишель Обамой. Это была бы очень интересная пара, президент-вице-президент потенциальный. У Блумберга возможности миллиардера, возможности влияния очень мощной, конечно, в Америке и в Нью-Йорке еврейской общины и подтягивания, так сказать, этого ресурса. С другой стороны, Мишель Обама и Барак Обама до сих пор пользуются колоссальным авторитетом и поддержкой среди черных в Америке и цветного населения. И вот такой, может быть, на первый взгляд, странный конгломерат мог бы быть достаточно интересным. Наша програма на «Спутник» виходить, мабуть, там його подивиться у Сполучених Штатах, да, і зроблять. Да, даем почти бесплатный совет. Угу. Короче говоря, предстоят еще несколько месяцев очень, очень жесткой борьбы. Блумберг постепенно набирает темп, и он вложил колоссальные средства, он уже по последним данным, более полумиллиарда долларов вложил в информационную кампанию. Если взять всех остальных, то они где-то на 100 миллионов отстают от того, что все остальные вложили в эту кампанию. Тобто з'явився конкурент, який може щось... Да, может еще что-то здесь що предпринять зробити в этом отношении. Угу. Ну, тоді до справ в Україні. Позачергова сесія Верховної Ради скликається. Чому позачергова? Ну, які питання, ось як вам здається, дійсно вирішити можна буде? Ви знаєте, здесь нюансів багато. Є один такий чисто, з одної сторони, технічний, з іншої сторони, безусловно, політичний. Діло в тому, що Верховна Рада сьогодні зав'язла з розглядом закону о землі. І там, ви знаєте, подано більше 4 тисяч було поправок. І треба віддати должне председателю Верховной Рады Разумкову, что он решил идти строго по регламенту. Вот как бы ни было сложно, но нужно идти, если мы живем в демократическом государстве, правовом, мы должны следовать в рамках регламента. Слуга народа, руководство и офис президента обвиняют, так сказать, оппозицию в том, что они специально набросали такое количество поправок для того, чтобы застопорить работу Верховной Рады. Ну, не будем сейчас вдаваться в эту дискуссию. Поправки есть, они зарегистрированы, они официальные, значит, их нужно рассматривать. Но, с другой стороны, действительно, по существующему регламенту другие законопроекты и другие вопросы де-факто рассматриваться не могут, пока не будет закрыт этот. По раскладу получается, что если все рассматривать поправки, то это еще, ну, минимум 2 месяца. А есть назревшие и перезревшие вопросы. И в частности, конечно, это вопрос эффективности работы правительства. Сегодня совершенно очевидно, что линия на условно тактика или даже стратегия, которую назвали «новые лица», она не срабатывает. Ну, мы с вами должны трезво мыслить и размышлять, и понимаем, что важны не новые или старые лица, а важно, работают ли эти люди так, как они должны работать, профессионально ли они работают. Да? Спортивный тренер любой скажет, по сути, мне не важен формальный возраст этого спортсмена, важно, выполняет ли он задачу, может ли он на 100% выложиться. Это может быть и в 22 года нулевой спортсмен, и в 38 лет активный и приносящий результат спорта, так и в политике. Ну, при чем здесь новые лица? Надо искать прежде всего профессионалов. И вот сегодня и офис президента, и, так сказать, фракция «Слуга народа» в парламенте понимают, что совершенно назрела перезагрузка. Перезагрузка прежде всего правительства. У него должны прийти более опытные, более профессиональные люди. Я думаю, что вот эта внеочередная сессия Верховного Совета, которая начнет работу 4 марта, должна прежде всего, видимо, заняться этими вопросами перезагрузки высшего эшелона власти, прежде всего правительства. Ну, поживемо, побачимо. И у нас ще залишається 2 хвилини часу. Велика війна на сході між Турцією та Російською Федерацією.
на території Сирійської республіки, вона можлива, як ви знаєте, это столкнулись интересы двух жестких авторитарных режимов, которые пытаются мериться между собой силой, у кого больше авторитета в этом регионе. Я думаю, что на самом деле все-таки большой войны не будет, хотя возможны очень жесткие столкновения локального характера. Но те сигналы, которые сегодня идут и из Москвы, и из Анкары, показывают, что стороны реально не готовы к большой войне. Тем более, что она может привести, конечно, к очень жестоким, к очень жестким последствиям, с учетом того, что Турция так или иначе страна НАТО. До тех пор, пока видимые и невидимые столкновения происходят между этими двумя государствами, Россия и Турция, на территории Сирии, пятая статья НАТОвская не работает. Но если вдруг под, так сказать, ну, какие-то акты военных действий могут зайти на территорию Турции, то сразу же вступает в действие пятая статья Североатлантического договора, когда все страны НАТО должны поддержать своего партнера. Я думаю, что на такую конфронтацию Россия не пойдет, да и Турция, она по большому счету не важна. Но жесткий обмен обвинениями, жесткие перестрелки и потери живой силы и техники на территории Сирии, безусловно, возможны. Но это элементы холодной войны 70-х, 80-х годов, когда США и Советский Союз напрямую не сталкивались, а на периферии шли определенные, так сказать, столкновения во Вьетнаме, в Корее, в Афганистане. На краще. Да. І на завершення програми наш є сьогодні ректор Одеського національного університету імені Мечникова, доктор політичних наук, професор Ігор Коваль, не тільки ректор і керівник цього навчального закладу, але ще й його випускник. Тому, Ігорю Миколайовичу, запрошуйте на день відкритих дверей. Да, жизнь продолжается. Мы по-прежнему готовы принимать одесситов и неодесситов в качестве абитуриентов нашего университета, старейшего и лучшего университета на юге Украины. 14 марта, это суббота, в 11 часов мы ожидаем прежде всего выпускников школ, абитуриентов, их родителей, всех, кто будет за вас болеть летом, в стены нашего университета, Французский бульвар 24-26. Будет очень интересно, много полезной информации для вашей ориентации на будущее. Доверяйте свои мечты профессионалам, а эти профессионалы как раз и работают в Одесском университете имени Мещикова. 14 березня, день відкритих дверей. Дякую за участь у програмі. На все добре. До наступної зустрічі.